там вчера живые, то он это. Что вы мне запустили? Я шел. Какая-то потерпевшая, вы что, охренели? Я желаю вам, блин, это, чтобы. Я желаю, чтобы. Я не понимаю, что вы делаете, еще вам. Я желаю, чтобы вы закончили все хорошо. У вас были дети. Глядите, говорю, ведь ты мог закончить хуже, чем. Если бы не я была в школе. Если бы не я была в школе, ты бы закончил хуже, если так тебя бы. Ты так и были бы, блин, вообще бы. А что, понимаешь? Понимаешь? Они не понимают, понимают, что это оценки идут. Вот, вот, то, что в аттестате, они очень много фигурируют при поступлении. При поступлении они аттестат, это все, при поступлении. Они смотрят на аттестат. Чем меньше троек, тем лучше. Лучше. Тем лучше. А так, как ты поступишься? А они считают, что это. Я, Денис у меня тоже поступал. И вот, ну ладно, так получилось. Но я так, вот сейчас он закончил, он говорит, мама, мне так обидно, знаешь, что? Что действительно я знаю эту профессию. Он же больной, блин, до этого. Я это все знаю. Говорит, а этот придурок конченый, который ничего лучше не может. После того курса, он говорит, не могут чертежи начертить, не могут ничего сделать, блин. В конечном итоге, говорит, они просто так отсиживали это все время. Он как из культуры получил 3 грамоты. А на других, этих, ну, на другом факультете, получается, ну, на этот же курс, им давали за хорошую учебу, за хорошее вот это вот, то, что он так учился. Он говорит, а нашему классу ничего не дали, нашей группе. Говорит, мне не обидно, я действительно вот именно вот, вот из них всех, говорит, может быть, может, чем рецепт. И группа, которая понимает вот именно, а это не остальное пошло. Это лишь бы вот. Лишь бы вот, ну, собственно, так, я знаю. Вот вы заплатили деньги, Лена. Вот Денис сделал ему курсовую. Он пошел, сколько заплатил деньги, забрал у Дениса то, что он вложил, потратил. И в конечном итоге он падал, блин, он ложит перед экзаменами сдается. Его запускают. Ну, понимаешь, я чем не говорю, я решаю этот вопрос в день. Когда я училась, это ваш, ну, как бы, мы учились, это вас не было. Я училась за свои знания. Я знала эти чертежи. А теперь, когда едут туда в ДНР, и которые ничего не знают, они заходят, и они поступят. Они поступят, а мы будем сидеть. А мы будем... Это они еще не собирают. Я говорю им, я им объясняю, что мои хорошие, мои знаки, слушайте с мамой, мама немножко поняла эту жизнь. Не, значит, прокрутим, где даже найдем. Где нужно, мы прокрутим. Где не нужно, только вы скажите, что ставишь гонор, я пришла к Винке. Меня ставим гонор. Лиза, хороший снимать, блядь. Я говорю, меня.